За выходные в Мурманске произошло сразу несколько ДТП со смертельным исходом. На 3-м километре автодороги Киров-Скуашево водитель легкового автомобиля по предварительной версии уснул за рулем. Машину повело на встречную полосу, где в этот момент ехала грузовая Скания. Избежать столкновения не удалось. Два пассажира Мазды, в том числе несовершеннолетняя девочка, скончались на месте. Еще одна трагедия случилась на трассе Р-21 Кола. Водитель Hyundai пытался объехать велосипедиста, протаранил двухколесное транспортное средство. Пострадавший скончался на месте аварии. К слову, с начала года зарегистрировано 11 случаев аварий с участием велосипедистов. В связи с этим госавтоинспекция по Мурманской области в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения и напоминает о том, что управление транспортным средством – это очень непростое дело. Необходимо предельно аккуратно и внимательно управлять своим транспортным средством. Всегда помнить о том, что на дорогах у нас есть и велосипедисты, и мотоциклисты, и также несовершеннолетние участники дорожного движения.